сторону, чтобы...
Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. Ларец не в Пайтите. Я знаю. Я должна примкнуть к Амару. Все труды после смерти Сайри, все тщетно. Этому не бывать. Вставай, пошли. Время вышло. Кто-то должен найти ларец. Если не воскресить солнце и не преобразить мир, всем нам конец. Но я нашла еще одну подсказку. Может быть. Твои татуировки, затмение и цапля, точно такие же символы были выгравированы на алтаре. Что? Что они означают? Это знак моей судьбы. Алый огонь Чакчи. А вот мое прошлое. Это символ Синчичику, последнего императора Пайтити. Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там все обшарили. Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки, он не знает, что искать. Там полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно. Не будем терять время. Как там Эцли? В порядке. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть с Учу. Иона, я с Унурату. А, хорошо. Эцли хочет с ней. Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учу или захватить территорию, когда враг отвлечется? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутью. Лейчкаланкоэле лопутих, хачпила вычо. Chilechi
ты лапар. Это последний, что ли? Пока что. Нам нужно скорее в верхний квартал. Веди. Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Вроде бы все. Пошли. Возьми ключ. Пошли, я кое-что покажу. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже в плену этой силы. Пайтити — это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти. То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да. Извне исходит много угроз, но риск часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. Нам пора. Что такое алый огонь? Это моя судьба. Он связан с жертвоприношением Кукулькана. Когда от алого огня пойдет дым, ищи зеркало. Это великая регулирующая сила. Все, что я знаю. А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Существ? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Ты про Яшиль? Яшиль. Они высокие, быстрые, голодные, даже отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто большее. Что случилось, я ошиблась. Есть много преданных. Это было давно. Но они неустанно защищают Пайтити. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле. Но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планирует публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет. Мы не готовы и не можем рисковать ларцем. Держись рядом и делай как я. Они могут на нас наброситься. Сюда. Чунтилеш, кучки лич, окей, лич. Которая ставит под угрозу наши жизни, нашу тайну. Их предводителя, предательницу Унурат, вашу падшую царицу, я взял в плен. Еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем подношение к Кукулькану. Моля его о защите. Сейчас, когда близится затмение, своей жертвой
и примкнут к нам. Амару сказал, что не хочет насилия. Эти люди ему верят? Глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Гробница наверху, на той статуе. Я посторожу ворота. Я скоро буду. Иона. Мы приближаемся к гробнице императора. Мы возле реки. Дай сигнал, и мы вас вытащим. Скажи, как будешь готова. Здесь можно пробраться. Лара, ты где? В гробнице императора. Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Определенно влияние инков. Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Так, цапля и затмение. Что я упустила? Стоп, это Лопес оставил. Сердце змея лежит в чаше.
Это командир Рурк. Есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за Крафт. Он Ратл. Нет. Отдай его, Эдсли. Он мой наследник. Он возглавит Пайтити. Он юн, но силен. Его дух благороден, как и кровь. Давай, продолжай говорить со мной. Ларец будет тебя искушать. Держись. Мы все вершим свою судьбу. У меня нет столько мест. Вижу тебя. Эй, почти все готово. Уже иду. Где он, Рату? На нас напали. Она погибла в бою. О, нет. Thank you.
где мама? Твоя мать, она храбро сражалась. Но это амулет предводителя. И теперь он твой. Она была воином.